Пила, Дарья Григорьевна. Да, получили земельный участок. У вас туда подъезда нет? Давайте так, контакт на телефон можно, чтобы мы с вами связались и встретились там уже непосредственно на месте. Да, до свидания. Всего доброго. Спасибо. Алло. Да, здравствуйте. С мусором все гораздо сложнее с региональным оператором, поэтому нужны договорные отношения. Мы сейчас процедуру быстро проведем и начнем вывозить. О, хорошо. Раиса Александровна, до свидания. А вы представьтесь, пожалуйста. Хорошо, Мария Кузьминична. Вот видите, вы сами ответили на свой вопрос. Меня даже не спросили. Меня даже не спросили. Есть протокол решения встречи. Эту задачу должны выполнить. В этом... Мужик, который меня донимает, это наш сосед, с которым я жила в девятиэтажке. Я уже устала ходить, его обманывают и обманывают. Спасибо, что позвонили. Давайте мы посмотрим, чем мы можем помочь.